Значит, всем привет, я Техномакс, это игра Miscreated. Эта игра похожа на DayZ, но она немного другая. Ну, отличается стилистически, в принципе, графика слегка смахивает. Ну и отличается, конечно, возможностями тут, они немного другие. Я не заходил сюда, наверное, больше полугода. Надеюсь, они что-то оптимизировали в плане графика. Надеюсь, тормозить ничего не будет. Да и железо я обновил, в принципе, поэтому нужно посмотреть, что они сделали. Так, я сразу пойду на пустой сервер. Это сразу патчноуты пишут. Что изменили, не изменили тут, но это все очень долго читать. Поэтому читать я это не буду. Так, появился я достаточно удачно, в том смысле, что здесь сейчас не ночь, а день или вечер. Или... Блин, да кажется, это вечер. Так, ну, что я могу сказать в плане тормозов? Вроде бы их нет. И, кстати, по-моему, я тут был. Когда-то. В смысле, место знакомое. Яркость тут нельзя лишний раз поменять, поэтому придется бегать так. Да, я здесь был. Это лагерь, вроде как лагерь выживших на берегу моря. Тут есть фонарик. Вообще, в эту игру я предпочитаю играть с видом от первого лица, так мне кажется, здесь поудобнее во всяком случае. Так, а что здесь есть? О, масло. Забрать. О, обыск мусора, надо же. Химический свет. Повязки нашел. Прикольно. Так, а что здесь еще есть? А, плитку можно обыскивать. Да, смотрите-ка, они обыск сделали в игре. Ну, шикарно. Действительно, не хватало такого. Чего? Search. А, Salvage Electronics. Это типа электронику разбирать. Нормально. Ну, я так понял, тут, короче, понадобавляли. Так, ничего не найдено. А, о, очечки. Они тут всегда лежали. Здесь ничего нет. О, военная фляга. Я помню этот предмет. Кто там пищит на улице, блин? Да, это, короче, место, насколько я помню, называется гоночный трек. Тут такая себе трасса сделана, по которой даже погонять можно, если машина есть. Но машину для начала нужно найти и собрать. Кстати, а... Блин, я что-то инвентаря не наблюдаю. Это типа птицы где-то шумят, что ли? Похоже, что да. Так, ну я смотрю, они тут добавили нормальные эти статусы в правом нижнем углу. Теперь хоть смотреть удобно. Ну, армейская палатка. Тут может быть что-нибудь есть. Масло. О, колесо от внедорожника. О, топорик. Колесо. А, can't carry там, check inventory. Чё? А, где инвентарь, ё-моё? Я что-то инвентаря никакого тут
Ни на какие кнопки не наблюдаю. Блин. Так, это не то. Что за фигня? Так, ну это вид менять. А, искать камни можно. А, нет места для камней в инвентаре. Блин, а где инвентарь? Оп, моя тень. Была. Да, багов тут еще вагон. По графике. У меня все дрова стоят, все обновлено, и нет. Так, ну залазить сюда нельзя. Ага, гаражи, я помню, были. Так, а есть что-нибудь полезное? Хедламп. Да, блин, не могу больше нести. Шлем. Локер пустой. Так, сейчас я посмотрю по поводу инвентаря, может, управление где есть. Так, все, нашел я инвентарь этот, я просто пропустил установку одну там. Вот, это у нас чего? Масло, да нафиг одно масло нужно. Так, очки. О, нифига себе, они еще и вид меняют, надо же. Прикольно. Короче, очки тут реально могут от солнца защищать нормально так. Мне нравится, как они это сделали. Флип-флопс, тапочки. Так, а это что? А, это пояс, типа. Шея, лицо. Ну, короче, все сделали. Так, это нафиг убираем. Это слоты, да? Тогда вот так лучше сделать. А чё он? Вот так оно, primary, secondary. Все, я понял. Так, съесть. Типа съел. Так, ну хорошо. Да, действительно, очки. Они дают такой вид дают, короче, как мутный такой, немного. Так, хедлампа, она куда цепляется? А, на башку. Вот и хорошо. О! Свет на голове можно включать, выключать. Так, а есть что-нибудь еще? Так, ну я боюсь, тут придется сейчас закликиванием заниматься, чтобы что-нибудь найти. Так. Ага, пить он хочет. Она пустая у меня, эта фиговина армейская. Из туалета попить можно. И что он попил, типа? Да, в общем, превратили игру в симулятор мусорщика. Ой. А, это инвентарь, короче, это этот, генератор. Да, точно, это генератор, можно свет включать местами в игре. Без топлива.
Так, гвозди взял. Да, игра превращается в симулятор мусорщика. Симулятора. Так, а куда еще? Нет, ну вот это место не поменялось. Я помню все вот эти граффити, вот этот дом. Кстати, надо внимательно смотреть, чтобы тут этих не было. Мертвяков. Только вместо мертвяков тут эти мутанты. Так, лукер пустой. О, шлем. И еще один шлем заберем. Так, налобный фонарь. А, вот все защиты теперь показаны. Так, прочность предметов сразу в полоской показана. Ну, это хорошо. Ну, фонарь у меня есть. Так что налобный можно выбросить. Короче, я понял, здесь пусто. О, охотничьи перчатки. Так, а... Не, ну реально, ходить вот так вот, тыкать по всяким этим, это не очень. Масло... Масло, насколько я помню, нужно было две паночки, чтобы в двигатель заливать. А канистра с дистопливом нужна была одна. Канистру можно заправить на заправке. Только если бы я помнил, еще где-то заправка долбана. Я же не помню. Я, блин, в Дейста сколько играл, я там карту запомнить не могу, не говоря уже об этой игре. Тут я тем более ни хрена толком не помню. Я помню, что нужно бежать по главной трассе. И вдоль нее где-то были заправки. Это единственное, что я помню по этой игре. Так, фонарик убрать пока что. Блин, вот как не зайдешь в какую-нибудь игру такую, обязательно ночь начинается. Да что ж за хрень-то такая? Так, это Пайнкрест, да. Я припоминаю локацию с таким названием. Дороги кое-какие тут добавили. Так, это полицейская тачка. Уже вся в плесени. О, я подобрал этот, что ли, консерву. А чего это я подобрал в капоте-то? Они ее на двигатель жарили, что ли? Да так и забыли. Так, хорошо бы найти воды. Ну да, ночь начинается. А, кстати, вот там я что-то вижу. Даже огонь горит. О, блин. А, это супермаркет, что-то... А, ну это, походу, этот, поселение. Ой. А вот и первые эти, уроды. Вот с ними лучше не связываться в этой игре лишний раз. Это вам, блин, не Дейс. Это в Дейс легко зомбари ушатывать кулаками можно, а тут... Пара ударов и все. Да, есть в игре своя атмосфера, конечно. О, сумка. О, нифига себе. Антибиотики. Ништяк, у меня сумка появилась. За спиной. Надо же.
Так, рубашка. Обыскать диван, ничего. Так, рубашка с длинными рукавами. А, сначала надо это вытащить отсюда. Нафиг, выбросить. О, кости, скелета. Возможно, было. Я тоже уже сказать ничего не могу по этому поводу. Так, инструменты. Блин, нифига нету. Помнится, здесь... А, нет, эта удочка просто так лежит, но... Тут порой в шкафах что-нибудь появлялось. О, патрончика. Нашел. Так. О, суп. Кстати, суп. А, ну да, он повышает питье, ну, жажду утоляет. Аптечка, кажется. Или что это такое? Ну да, антирад. Блин. Я слышал, как эти твари тут ходят. От них тупо только бежать. Это, кстати, точно такой же прикол здесь, как и в этом, в Days. Тоже, когда остаешься долго на одном месте, они начинают собираться вокруг. О, о чем я и говорил. Интересно, завалю, не завалю его с топора. Он что, отстал? Отстал. Да. Тут они даже отстают. О, сапоги. Ничего не найдено. Ничего не найдено. О, электрические части даже нашел что-то. В этой электронике раздолбанной. Так, тут есть еще чего-нибудь? Чем может поживиться уставший путник? Поиск в печке. Ничего не нашел. Так, что это такое? Электрические части. Так, надо эти поменять. Тапочки. А тапочки можно что-нибудь с ними сделать? Нет? Нет. До свидания. Почтовый ящик не обыскивается. Странно. О, это еще одна фляга. Кстати, большая. Это ремень ГРМ для автомобиля. А, я помню. Вот там наверху, короче, где-то там наверху я строил этот базу себе. Строительство-то в этой игре давно. Гады бегут, блин. Отстаньте от меня. Не надо меня бить. О, ух ты.
Нифига себе, тут что добавили. Бункера. Ух ты. Или типа канализация. Ничего себе. А вот таких мест я не видел еще. Интересно, тут что-нибудь водится? О. Ха, нифига себе, коморочка. Шорты карго. Бандаж. Так, классно, тут я еще не был в таких местах. Угу. Это, короче, 4 слота, да? Как и джинсы. Ты Артуракс. О, так же, как в Дейс, можно тряпочки раздирать. Бандаж. О, сразу показывают еду в килокалориях и питье. Сколько жидкости, короче, получает организм, а сколько твердой пищи. Но можно съесть. А, это сюда не вешается. Ну ладно. Как интересно, блин. А, наверху ходят там. Ковбойская шляпа. Ну да, видно, что тут выжившие прятались. Прикольно. Жаль, тут нету опции там поспать там до рассвета. Ну типа как в Форесте. Чтобы не ждать всю эту фигню. А, тут закрыто. Я понял. Короче, это участок подземных коммуникаций вместе с этим. С генераторной, которая, скорее всего, питает магазин наверху. Да ё-моё, чё ж тебя колбасит-то так, братан? Да, сильно я от игры отвык. Target paper. О, джинсы камуфляжные карго. В них должно быть много карманов. О, нож выживальщика. Локер пустой. Хорошо, хоть пароли еще не нужно подбирать под эти замки. И на том спасибо. 5 слотов, да? Хорошо. Это на один больше, чем в обычных. А, ну это, короче, этот, мишень крафтить. Ну и нафиг оно мне не надо. Падает с таким звуком, будто доску уронили. Еда. Бурлапсак. О, ё-моё. Это, короче, мешок на башку. Все, я понял, нафиг. Я думаю, кто свет выключил. Так, ну, о, уже светает. Это хорошо. Ай, заметил.
Да что ж у вас так много-то, а? Куда ни пойди, прям есть. Вот, сука, я тебя сейчас ушатаю, блин. На тебе, блядь, на. Так, а у меня что, кровотечение? Или нет? Кажется, нет. Или да? Нифига не понятно, блин, есть кровотечение, нет? Так, использую бинт на всякий случай. Выпью соду. Так, а тряпкой замотаться? Да как будто нет кровотечения. Вообще странно. О, обыскивать тело. Камни. Да нафиг мне камни, блин. Мне оружие нужно. Эй, дядя, выпрямись. Так. Да, ну смотрю, добавили они много чего. Мини-бутылочка джина. Вот этого не было. А, так. Используется в крафте, либо можно употребить. Дома здесь прикольные. Такие довольно-таки интересные. О, тряпочкой оторвать можно. Ха-ха. Прямо от постели, от постельного взял, оторвал. Ну, это хорошо. А то раньше, помню, приходилось искать разнообразную одежду, чтобы это сделать. Тряпок нарубить. Ходят гады, ходят. Ну, кстати, сейчас они стали, смотрю, это попроще. То они, блин, за два удара ушатывали. Может быть, это был баг, я не знаю. Я надеюсь, что это был баг, его поправили. Потому что, ну, реально, два удара и все. Никакой возможности выжить просто так не было. Только убегать. Так, ничего не найдено. Гвозди. Кстати, еще одна фишка. Тут нужно рецепты искать. Рецепты крафта. Но самое интересное то, что если вы хотя бы раз нашли рецепт крафта, то он у вас остается как бы на аккаунте. Независимо от того, умер ваш персонаж, не умер. Перешли вы там на другой сервер или не перешли. То есть рецепты один раз найдены, все, они у вас навсегда остаются. Помнится, у меня какие-то рецепты здесь уже были. Я их штуки 3-4 находил. Ничего не нашел. Тут надо смотреть вот такие места. Под столом, я помню, что-то иногда лежало. За дверями всякими. Ну, в принципе, оптимизировали хорошо. Не сказать, что графоник такой графонистый, прям здесь все. Но. Ого. Еще демонстрации тут такие собираются. Но несмотря на то, что графа не сказать, чтобы прямо супер-пупер такая. Ну, она достаточно детальная при этом. То есть мелочевки здесь в разы больше, чем в Days. В разы просто детализация выше.
Дейс, он пустоват. Так, надпись Кипаус. Здесь, может быть, жил какой-нибудь любитель оружия, у которого, может быть, есть какое-то оружие. Ничего не найдено, ничего не найдено. Электроника мне не нужна. Найти бы пистолет или дробовик, или... Не, ну винтовку я вряд ли найду. Это губу раскатал. Сразу винтовку найти. О, жатва. Уже не зря зашел. Так. Это, собственно, хозяин отдохнуть прилег. Так, через забор прыгает. Эти фичи я тоже уже не помню. Мог он тут, не мог перепрыгивать что-то там или... Или как вообще? Так. Ну да, в принципе... Хватает здесь жрачки, смотрю. С этим проблем нет. Стоит только по домам походить, и там вся еда находится. Консервы в холодильниках уже, как всегда, просрочены. Ну, в ящиках всякие тоже. Это все, конечно, хорошо. А вот за оружием придется... Опять на военную базу, видимо, топать. Нафиг бы она была нужна. О, бутылка. Ага, инвентарь. Я понял. Редишес. А, редиска. Съесть редиску. Пахнет ужасно. Ветчина. Ну вот раз пахнет ужасно, тогда и не надо ее жрать. Лучше бутылку с водой взять с собой. Да, игра сама по себе, в принципе, неплоха. Вполне. На Дейс очень смахивает. Тишерт, футболочка. А, вот она. Два слота также. Ну, хоть выглядит не так стрёмно. О, еще одни очки, еще одни очки. Заочковать меня тут решили совсем. Так, а это у нас... Hunter Gloves. Они у меня есть, да? И значения не имеют, они вроде бы не ломаются. Очки. Ага, у очков теперь есть эффект, короче, сопротивление ослеплению. То есть флешку, если кто-то бахнул, то у них есть сопротивление. Это хорошо. Ага, эти сильнее затемняют, эти меньше, кажется. Ладно, оставим так. А, вот, вот отсюда видно, там эффект вытекшей воды из-под унитаза, вот хорошо видно. Тоже не было такой фигни раньше. Такие вот детали я порой подмечаю хорошо. Вот эти мелочи, из них вся игра и складывается. Стекло, вот, понятно, не бьется. Давай, подходи.
ничего в нем нет. Так, ну, в принципе, я думаю, можно на этом заканчивать, потому что, ну, что мне здесь особо показывать, если я сам толком ничего не знаю. Просто посмотрели вместе, что за игрушка такая, как она изменилась, если кто-то вдруг ее видел уже до этого. Вообще, она довольно давняя, эта игра. Нужно будет, наверное, уделить ей побольше времени. И, возможно, я смогу что-то показать. Ну что ж, наверное, на этом все. Жаль, тут был не день. Всем спасибо за внимание. Это был Техномакс. До новых встреч. Пока.